хочу вам показать. Посмотрите, здесь есть такие великолепные елки. Они все декорированы по-разному. Вот посмотрите, вот это вот называется Аляска. Елочка, она белая, в белых таких тонах. Очень красиво декорирована, посмотрите. Это вот то, что я вам говорила. Вот цветы на ней. Ну, птицы какие-то. А вот еще новый такой бренд, посмотрите. Органзы. Такие ленты, они тоже сейчас самый модный тренд, украшаются елочки. И посмотрите опять, что у нее наверху этой елки. Огромный бант и больше ничего. Вторая елочка, посмотрите, украшена. Лапландия называется. Лапландия, Рождество в Лапландии. Посмотрите тоже, какая красота. Она не белая, она зеленая. У нее нанесен снег такой. Здесь и шишки на ней. И немножко по-другому украшена. Ну, все тут подбирается. Здесь вот эти вот банты, ягоды красные втыкаются в эту елку. И шары, шары, ну и различные всевозможные игрушки. Игрушки большие тоже втыкают и ставят на елку. И наверху бант я вам показала, да? Украшение бант. Никаких верхушек других сейчас не делается. Показываю, друзья. Может быть, кто-то тоже что-то сможет здесь для себя найти и перенять. Очень интересно. Третья елочка, которую я хочу вам показать, называется «Парижский гламур». И она белая. Вот выглядит просто тоже шикарно. Посмотрите, давайте вместе посмотрим, как украшена эта елка. Здесь тоже из органзы у нее бантики. Но она выдержана уже в таком цвете интересном. Я даже не знаю, как называется этот цвет. Вот здесь шары тоже такого цвета. Как пенки, что ли, не знаю, сливовой пенки. И вот эти вот цветы. Все то, что я вам показывала. И наверху опять. И наверху бант. Масса птичек. Каких хотите, всяких разных. Лебеди. Ну и, конечно же, различные шары. Здесь очень здорово сделано, что смотрите, вот вы смотрите эту елку, и если вам понравилось именно вот так декорировать свою эту елку, то вам, пожалуйста, вот рядом сразу продаются эти игрушки все, подобранные по цветам, которые именно были использованы в декорировании вот этих елок. Это возле каждой елки так. Ну вот я вам показала вот эту, чтобы вы имели представление, да? Мне она очень нравится. Очень модное украшение из перьев. Уже обращала на это ваше внимание. 2,75 такая малюет. Вот даже роза такая из перьев красивящая. 3,95. Что только не придумают. Крылья ангела из перьев тоже, посмотрите. Маленькие, большие. Странно, что этот маленький фунт 75, а этот немножко побольше, уже сразу 8,95. Бант, который был там наверху, елку украшал в качестве макушечки. Вот он стоит 10,95, видите?
Если вы очень запали на эту елку, как говорится, и тут же вот и показана ее цена. Это если вы хотите эту елочку купить. Вот смотрите. Pink 3, розовенькая елочка. 195 фунтов, пожалуйста. Она высокая. Ну, наверное, от 1,85 м или 2 м, как-то так. И вот мы добрались с вами. Английские традиции. Елочка зеленая. Украшена красными шарами. Украшена снеговиками. Тоже вот этими вот очень красивыми ветками разными. Бантами. Банты шотландской расцветки. Декор. Посмотрите, как красиво. Это называется английский стиль. Сейчас я вам ее до конца покажу. Высокая очень, но проведу камерой. На ней использованы свечи. Очень красивые. Это, вы знаете, вот она такая, это каждая свечка продается отдельно. Вот у нее здесь вставляется в середину батарейка. И она горит. Вам не видно, наверное, на камеру, но она горит. Вот такие свечи, не знаю, сколько стоят, но вот их тут тоже используют. И вот рядом, пожалуйста, для этой елки продаются все украшения, которые мы видели, использовались на ней. Очень удобно. Классно. Не надо никуда ходить, ничего выискивать. Если желаете потратиться, вам это удастся. Очень много золотых украшений елочных. Смотрите, как интересно, даже свет мой зеркальца. Фунт 95. Буду смотреть, буду выбирать. Эти птицы. 4 штуки за 3,25. Они, конечно, классные, но не знаю. Думать буду. Вот 2 штуки за 2,95. Любимые вот эти совы, очень их любят англичане. Это все елочные игрушки, уже они пластмассовые, стеклянные, всякие разные. Еще, вы знаете, хотела вам показать, сейчас если найду, то покажу. Очень тоже сейчас много используется и модно такие длинные сосульки. Но я что-то вот здесь-то сосулек не вижу, здесь я вижу. Здесь я вижу вот эти тоже вот с такими метелочками модно используют. Не знаю, я показываю, друзья, что продается здесь. Я ведь уже 10 лет не была на своей родине в России. Может быть, и у нас все это есть. Не знаю, не знаю. Но я обожаю здесь ползать и вам покажу. Еще такое вот модное украшение на дверь, на входную. Это огромные такие колокольчики, видите, 39,50. Вот здесь рядом поменьше, 20,95. Я хожу вокруг, обошла. Вы знаете, не нашла. Нет, нашла. Вот я, конечно, вот такие вот сосульки. Ну, наверное, они плохие. Сколько они? 15 сантиметров. Фунт 25. Вот еще такие очень красивые сосульки. Очень красивые. Посмотрите. Но у них и цена 6,95. Ой, какие они классные. Прям не знаю. 30 сантиметров длиной. Вот такие белые сосульки.
фунт 75. Модно еще сейчас деревянные. Christmas Day. Деревянное украшение тоже сейчас очень популярно на елочку вешать. Снежинки, звезды. А это вот как раз органза. Продается вот эти банты сразу здесь, которые мы на елке видели. Вот такая в катушке для декорации специально. Они тут разные. 6 сантиметров у них ширина и 2 метра длина. И стоят они 2,95. Но здесь вот, к сожалению, не такие, как я хочу. Я хочу прозрачные с такими, знаете, по бокам. Ну вот примерно, наверное, как эти. Их плохо видно. Бывает очень красивые. Но видите, как-то уже поздно. Все разобрали, оказывается. Осталось совсем немного. Есть сосульки даже вот такие. Просто целый огромный пласт сосулек, упавший с крыши. Да, вот здесь еще сосульки. Очень недорогие. Они такие зеркальные, немножко маленькими зеркальцами сделаны. Фунт 95. Тоже, кстати, она неплохая. Думаю, что и смотреться будет неплохо на елке. Вот они, бантики, которыми украшаются елки. 5,95. И вот бант наверх огромный. 10,95. А это цветок розы. Фунт 95. Недорого. Тут можно, знаете, поискать, посмотреть, что-то найти не так и дорого. Я так думаю. Но все надо смотреть. Мне понравились вот зеркальца такие. Зеркальца. Не видела ни разу. Здорово. И посмотрите, какие у них красивые подвесочки, веревочки, я имею в виду, видите, из таких, из тоненькой тоже ленточки органзы. И они сразу смотрятся совсем по-другому. Тоже надо это, наверное, применять. Вот сейчас очень популярны вот такие вот елочки тоже. Золотые, серебряные. Не надо украшать. Но это даже не елочки, это просто Christmas tree. Опять же, Christmas tree у них елка. Ну, то есть я считаю, что это как дерево просто. Стоит оно 175 фунтов. Я хотела вам в гирляндах показать вот эти модные боа из перьев. Ну вот, к сожалению, вы знаете, что-то их тут и нету. Может быть, что я поздно уже пришла. Вот, опять же, хочу сказать, что не модно вот сейчас вот такие вот блестючие. Из дождика, как у нас они там назывались. А больше модно вот такие нейтральные, белые. Видите, гирлянды. Вот такие очень модно. Вот зеленые, может быть, вот эти. И еще украшения боа. Сколько стоят эти, даже не знаю, кстати. Сейчас найду цену для вас. Не вижу цены. Ну вот, нашла цену, видите. 3,95. 4 фунта. Вот такая вот двухметровая гирляндочка. И эти тоже все по 4 фунта. А вот знаете почему? Ну, потому что модно. Вот эти рядом, пожалуйста, можете за 2 купить, а можете даже за фунт. Я, вы знаете, что я уже заказала себе вот эта перьевая гирлянда, боа, так называемая. Я ее заказала на eBay. И довольно-таки недорого. Стоит она... Так, сейчас я вам скажу. Фунт 95 за 2 метра вот этой вот боа. Елочки тоже декоративные. Они небольшие. Ну, стоят они 8,95, посмотрите. Вот такие вот заснеженные, похожие на елку. Стоят сколько?
Что-то прям вот не могу я прайс найти, зачем, почему они так делают, не знаю. Не нашла цены. А, ну вот видите, елки эти вот разные. Они называются настольная декорация. Они довольно такие жесткие, вы знаете. Вот какие хотите. И внизу 11,99. Вот нашла цену этих елок. Я специально показываю руку, чтобы вы поняли их размер. Лес таких вот елок красивых, посмотрите. На пеньке. Из проволоки. Как вам показать, чтобы вам видно было? Елочка из проволоки всех скручена. И стоит она 14,50. Ага, вот нашла цену этой елки. 9,95. Вот она такой величины, наверное, сантиметров 50 или 40, как-то так. Ну и, конечно же, это вот как раз гирлянды для декорации каминов. Посмотрите, сколько их тоже здесь много. Какие хотите. И посмотрите цену. Вот сбоку здесь, на красных этикеточках. 29,50. 35, 27, 17 наверху. И совсем вот такие вот. Самая-самая верхняя, самая простенькая, которая требует декорации, требует приложения ваших рук. Вот она стоит 12,50 здесь. Может быть, кто-то скажет, что она не очень красивая, но ее же можно самой как-то немножко сделать. Вот, например, как вот это посерединке, видите? Вот у нее такой более пушистая середина. Это все можно сделать. И если поближе вам эти показать гирлянды елочные, вот так они выглядят. Из них также делают сами люди венки, декорируют как хотите. Она здесь никак не закрепляется, она довольно тяжелая такая. Металлическая, из проволоки. Вот эта, которая стоит 12,50. Вот здесь еще есть такие елочные ветки. Но они искусственные, конечно. Вот такие очень большие, длинные. И стоят они 15,95. Очень красивые венки на дверь. Они бывают зажигаются с лампами. Как вот этот, видите, он зажигается. Бывает просто. Вот стоит он 19,50. Колокольчики очень. Тоже любят англичане вешать на свою дверь. Это 2,95 стоит. Ну вот не, можно не венок, а можно повесить вот такой. А можно даже самому сделать. Они здесь тоже разные. Разные-разные, голубые, красные. 2,95. Украшение. Вешается на дверь, да? Опять эти ветки. Декорировать елку. Но они даже больше, наверное, для декорирования. Потому что они какие-то мягкие, видите, они не держат. Они не держатся так, чтобы их ставить в вазу. Они специально декорировать, опять же, камины. Вот 3,50 такая веточка. 6,75. Вот это шариками 9,45. Но она довольно длинная, тоже красивая. Это все декорация каминов, да? Великое множество венков на двери, больших и маленьких, но, как вы понимаете, конечно же, они зависят от их диаметра, цена зависит от диаметра. Вот этот вот 29,50, пожалуйста, покупай, не хочу, вот такой же белый.
Вот 24,95. Вот такой 2,49. Это, так я понимаю, простенький самый вариант. Вы можете его декорировать сами, а можете просто так повесить вот из гирлянды сделанный. Или вот елка с шишками. Вообще чисто конкретно натуральная. Очень мне нравятся такие. Вот она стоит 19,95. Венки на любой вкус и цвет тоже. Я показываю специально вам. Может быть, кто-то сам декорирует. 9,95 вот этот венок. Ой, а этот? Ой, какой тяжелый. Какой он тяжелый. И опять цены не вижу. Сколько он стоит? Нет, не написано, к сожалению, не знаю. Вот белые венки такие. Они даже и с лайт, с подсветочкой. Блестящие. Красивые. Сколько стоит опять такой венок? Опять не вижу. Что ж ты будешь делать? Не пишут цену. 13,95. Вот сколько он стоит. Такой малюсенький. 4,95. Вот опять с этими Берри. Модные очень венки. С Редберри. 29,95. Очень красивый венок из шишек. Из цветов сухих. И из вот таких вот долек каких-то засушенных фруктов. Бывает, лимон засушенные делают, да? Но он не очень дорого. 12,95. Очень красивый. Но у него диаметр небольшой. Диаметр, наверное, сантиметров 30. Вот так выглядит этот венок на двери. Новогодний. Очень красиво. Англичане любят украшать вот такими венками свои двери. А это у нас такой безобразник тут кричит без конца, перебивает меня. Здесь каких только прибамбасов нет. Дайте. Слышите? Кричит, что это только для Санты. Let us for Santa. Помимо зеленых елок есть еще деревянные елки. Посмотрите тоже, что только они придумают. Красиво, да, если их побрызгать к чем-то. 34,50 стоит такая елочка. Показываю вам еще елку, другую, декорированную по-другому. И все это я специально смотрю, вы знаете, чтобы самой что-то тут перенять. Вот, что-то модненькое. Видите, вот в елку опять воткнуты вот такие вот блестящие штуки. И еще посмотрите наверху опять, как украшена ветками этими блестящими эта елка. Я сегодня хочу сделать для вас мастер-класс, друзья. И вот хочу показать вам, как сейчас по-современному вот елочки здесь у нас украшаются. Но здесь вот эта елка, она уже даже ее елку-то не видно, видите? Она вот беленькая такая внизу, вот она. Но она вся вот в этих украшениях. Здесь, возможно, конечно, слишком переборщили эти украшения. Но вообще, вы знаете, это сейчас вот новый бренд. Кто не знает, на елку устанавливают, вот втыкают такие цветы, ветки красивые. Ой, против солнца не видно. И даже наверху, вы знаете, вот никаких сейчас не бывает наверху макушечек, как у нас раньше были, а наверху просто тоже цветок. Сейчас покажу.
очень высоко, еле достала. Надеюсь, вы увидели, что там цветок. И я пришла опять в этот магазин, Garden Center наш. Выбираю декорации для своей елки. Ну вот, кому лень ходить и самим собирать шишки, вот, пожалуйста, вам целый мешочек шишек. Покупайте, декорируйте. 5,95 всего лишь навсего стоит. Но я так думаю, что я все-таки, наверное, за шишками и за ветками красивыми декорировать свой дом я поеду в лес. Там у нас, слава богу, нормально. Сейчас пока. Тепло у нас сегодня, друзья, +10.